Друзья, мы продолжаем обучать вас, как правильно и изящно скомплиментировать женщину. Любая этого достойна. Я напоминаю, что комплимент – это правда, высказанная женщине публично и лично. Другое дело, что в наше нелегкое время и комплимент может быть, так сказать, экстремальным. Ну, скажем так, какие же у вас глаза? Не спутать, не забыть нельзя. Уверен, я узнал бы вас. А? И в шляпке с прорезью для глаз. Ну что ж, какое время, такие комплименты. И я за то, чтобы нравиться друг другу.